Всем привет! Через несколько дней дети пойдут в школу. 1 сентября. Это уже последние ягоды. Дозревает черника. Вот они остаток. Потихоньку дети щипают уже. Последний сорт называется Blue Gold. Все остальные сорта уже давно отплодоносили. Я хочу вам сегодня показать, как на абрикосе могут расти сливы. Вот у меня такая ветка. И вот сливы висят. Вот. Здесь они прячутся. Просто когда нету земли, негде посадить. Хочется разнообразных деревьев посадить, разнообразных, чтобы можно было угостить ребенка, что-нибудь дать. Смотрите, вот такая вот ветка, я вот покажу ее сейчас общим планом, отхожу. Вот она идет, абрикоса ананасная. Видите, вот сломано. Я гну ветки. Сгибаю лишнее, потом вот такой вот сучок, вот он обрежется аккуратненько, он зарастет. Ну, посмотрите, какая там он сломана ветка. Видите, он махина какая. Вон она лежит почти горизонтально. Надо было показать вам, сколько на ней было абрикос крупных. Подпирал такими... Вырезал специально шелковицу, она крепко подпирал. Вот она вся эта абрикоса, такая мощная. Жировики, посмотрите, какой мощный жировик, который надо будет нагибать уже весной. Поэтому не бойтесь. Вот она прививка, прививайте. Вот она срослась. Видно, вот срослась, хорошо. И пошла слива. Вон еще одна в конце я там привил. Отлично. Выручает. Абрикосы от плодоносили. Идет урожай. Потом слив. И надо и ранние сливы привить можно, и поздние. Не, ну, нормально такая вот, блестит. Я хочу сорвать. Видите, она будет сладко, аж трескается. Вон трещина. Сладко будет, аж трескается от сладости. Пока. Спасибо, что смотрите нас.